Сейчас я нахожусь на Пушкина 27. Покажу вам с фасада Джей Кофе, как у них здесь все. Вот Пушкина 27. Вот такое заведение. Ну, немножко. Ну, не немножко. Лед не убран, конечно, к сожалению. Вход-то вроде бы как и прилично сделан, но вот так вот. Видно, что здесь скользко вдоль здания. Немножко не прибрано. Но остается желать лучшего. Сейчас мы сходим еще на второй филиал этого заведения, поищем где-то на Стрекинской. Сейчас я на Стрекинской 28, тоже возле Джей Кофе, где ведущее заведение, непонятно. Но здесь немного сложнее ситуация, вот смотрите сами. То есть наледи серьезные. Вроде бы как чистят, и в то же время либо надеются на дворников, либо я не знаю. Но входить сюда не очень уютно, не очень приятно. Также вижу, отсутствие урны приводит вот к такому.